대박 좋아. Нам приехала крестная из Киева, Танечка, и мы на море. Класс! Сережа, сейчас выйдет Сережа. А где она? Вода теплая, Ась. Очень теплая. Ась, попадем раз на внучку со мной. Я так помню. Ты можешь не брызгать? Раз, два, три. Раз, два, три. Расслабить, подожди, подожди. На меня налазь, давай, дома бабушка. Подожди, дай. Чего ты кричишь? На море. Ась, ну аккуратно. Я сама. Сама ты ничего не оденешь. Я не буду. Я не могу одеть. Ну, Ася ж тебе хотела помочь, а ты не хочешь. Но она мне в голову. Но она случайно. Что это было, Ас? Ас, да вода горячая сегодня. Что с тобой? А? Да ныряй уже. Я хочу крёжный, мама. Давай голову. А когда я голову? Крёжный хочет. Иди вон к Наташе. И что там? И там кто был? Березовый. Березовый? Я думала, Бармалей там сидел, ждал тебя. А давай вот так. Я сейчас опускаюсь. Давай. А давай поплывите свои ноги. Нет, давай ты вот так поплаваешь. Плыви. Плавай. Я не понял, Кася. А давай покажи, как я умею свои ноги. Боже, ее теперь с воды не выгонишь, да? Нет, давай, поплывай через свои ноги. Да, я проплывай. Стой. Так, а теперь смотри. Открывай рот и должна трубку взять в рот, полностью в рот. О, боже. Зажимай рот, зажимай. Вот, поняла? Зажми рот. Боже, зажми она сейчас этой трубкой подавит. Зажми крепко рот. Вот. Не пойми, она у нее не... Она большая для нее. Давай будешь просто в маске попробовать, да? Я буду в маске. Ты там хоть дышишь в этой маске? Не дышишь, да? Через нос? Не, носом там не надо дышать. Ты должна будешь вообще... не дышать. Вот, а зачем нужно? Это чтобы в нос вода не попала. Наоборот, на мокрую не надо, Тая. Боже, скажи, Тая, пока тебя тут оденешь, уже плавать не захочется. Thank you.
жарко, очень жарко сегодня. Да? Вода холодная. Да какая холодная, вода горячая. Давай! Давай, отпускай меня. Отпускай ее. Да она воды уже нахлюбалась только что. Так не надо, Ася, покажи, как надо. Вот. Давай, я тебя подниму. Нет, она боится. Бортиска же боится. Теперь ты меня догоняешь. Да, я тебя догоню. Убегай, убегай. Она не хочет со мной играть. Потому что ты ее игнорировала долго сегодня. Ой, подождите, не могу догнать ее. Девчонки, помогите мне ее догнать. Помогите, помогите. Помогите, помогите. Ася. Я тебя догоняю. Я нельзя. Смотри, кто там. Смотри, помаши ручку. О! Аня, телефон же тупая, не делай так. Я же телефон не утопила, ну. Тая у нас дама наглая, все, с Наташей она не слезет сегодня. А Наташа приехала, давно ее не видела, соскучилась. Тая это чувствует. И теперь целый день в воде будет Наташа. Когда это сам ножом были. Научилась да, уже? Нет. Я не научилась. А попробуй назад встать теперь. Попробуй. За 3 месяца. Молодец, молодец, молодец! Умничка! А подняться назад? Умеешь. А маска где? Боже! Ты как поросенок! Хрюкающий поросёнок. Надо с маской. Мама, а там что-то? Надо в рот полностью, и ты ртом не дышишь. Там клапан стоит, давай. Точнее, носом ты не дышишь, потому что маска должна быть. Где маска вообще наша? Через рот дыши под водой. Давай. Ртом дыши, носом не дыши. Носом не надо. Сейчас она напьётся воды. Нужна маска, чтобы носик закрывала. Пошла за маской. Да. Тая. Тая. Тая не хочет выходить из воды. А Наташа хочет выйти, да. А Тая говорит, Наташа, давай тебе купим спасательный жилет или круг. И ты здесь будешь плавать целый день. Все, я поплыла. Она поплыла. А ты еще? Нет, нет, ты на берег. Ты на берег, а она не плавала. Ты уже Подожди, вот иди, Сережа. Иди, Сережа, нагрейся, а потом поплывем. Нет, это пожалуйста. Быстро к Сереже пошла. Давай. Ну ты же икаешь уже. Ты куда поплывем? На волне есть. Да, иди двигайся. Ты говорила, что да. Поплывем. Возьмем. Отпустите Наташу, дайте ей уже обсохнуть. Ну. Я не хочу ее брать. Поэтому я плыву на волне. Ну, там... Наташа хочет выйти уже. Мне нету на руках, мне я боюсь, там глубоко. Я боюсь. Я тебе могу выйти. Да, ты как будешь плыть. Подушка не дорогая. Дай Наташа пойдет посохнет, да. Хорошо? И ты. На волнорез не пойдешь. Не, на волнорез ты сейчас не пойдешь. Скажи, домой нужно ехать. Тая, что ты делаешь?
сзади выше резинку. Это твой, Настя! Я все-таки не знаю. Так, что ли? Нет. Так? Ну, нос-то нужен, нужно закрыть нос. Вот так? Сзади нужно резинку выше натянуть. Вы что, не понимаете? Сзади. Сзади натяни. Маску не надо! Я не... Я не могу. Я же сам нашел.